Здравствуйте, друзья! Вы с бородачом на его даче. Недавно я снимал видео о приготовлении бордоской смеси и решил там вам показать, как смотреть почку, как определять, раскрылась почка или нет. Но так как было много вопросов по этой теме, решил снять видео отдельно, вынести эту тему отдельно в отдельное видео. И сейчас покажу вам, как проверять и распознавать почку, открылась она или еще в закрытом состоянии. Состояние наших почек. Смотрите, друзья, это наша черешенка чкаловская, полностью закрытая почка. Никак нельзя ей навредить 3% бордоской смеси. Смотрите, то есть полностью спящая почка, не лопнутая нигде ничего. Пошлите дальше. Яблонька. То же самое. Почка полностью закрыта. Повредить ей обработкой 3% бордоской смеси не представляется возможным. Пошлите посмотрим вишню и абрикос. Вишня. То же самое. Смотрите, полностью закрытая спящая почка. Отлично. Мы ей никак не повредим. Персик. С персиком тут, видите, уже не все так однозначно. Я прошу обращать на это внимание, чтобы вы не навредили своим деревьям. Смотрите, то есть почка уже как бы она не раскрытая, но она вот-вот треснет. Видно это. Особенно это сейчас будет видно. Сейчас я вам покажу на абрикосе. В абрикосе тоже почка уже набухла. И она еще не раскрытая. Но вот-вот она... Сейчас сфокусируюсь. Вот. Она вот-вот лопнет, вот-вот треснет. То есть уже видно белесые такие вот вкрапления в ней. Что, если вы не уверены, что тогда делать? Вот в этой ситуации, да, с абрикос в таком состоянии, лучше тогда не обрабатывайте 3% бордоской смеси. Лучше возьмите 2%. То есть на ведро воды не 300 грамм, а 200, чтобы не пожечь наши почки. Что буду делать я? Я в таком состоянии обрабатывал уже. Что я делаю? Я добавляю повышенное количество извести. Известь нейтрализует агрессивное действие медного купороса частично, именно повышенное содержание. И я уверен, что я не пожгу свои почки. Вы же, друзья, если не уверены, используйте 2% медный раствор, и все будет хорошо. Ну и для сравнения хочу показать. Смородина. Вот что значит почка раскрылась. Видите? То есть конкретно видно уже как бы полулисточки. Видите? Вот эта вот почка раскрыта. Смородину я, конечно, обрабатывать не буду, потому как по такой почке нужно уже, наверное, 1%, чтобы не пожечь наши вот эти нежные листики. Поэтому смородину я обрабатывать уже не буду. Вот это значит почка уже раскрытая. Крупным планом, чтобы вы понимали, что значит раскрытая почка. Друзья, обязательно перед началом ранней весенней обработки проверяйте состояние ваших почек, чтобы их не пожечь и не навредить. Это крайне важно. Обрабатывайте ваши растения правильно и вовремя. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего, хороших вам урожаев!